та тема, о которой мы сегодня заявляли, как выйти на директора за неделю. А хочется сказать вам, вот на самом деле, что такое директор? Директор – это 7500 баллов. Это если ваша команда делает по 150 баллов каждый лично, это по идее в команде всего 50 человек, делающих по 150 баллов, и вы директор. Ребят, ну если так разобраться, ничего сложного-то нет. Всего 50 человек по 150 баллов. Смотрите, я вам раскидываю вариант, да, который, теоретический вариант, который проходили люди на практике. И есть живые тому примеры. Есть девочка с Якутии, вот сейчас просто про нее вспомнила, Аня, вспомню фамилию, напишу в чат. Я помню, как она тогда взбудоражила мой мозг, она за каталог вышла на директора, но у нее вот примерно вот та была методика, про которую я сейчас говорю. Что она сделала и что я говорю вам делать? Первый день на что потратить? Вот вы пришли, и вы в первый день, вы решили не откладывать? Вы сразу решили, не раскачиваясь, влиться в наш бизнес, очень быстро все изучить и стартануть. Что важно сделать в первый день? Потратьте весь день на создание личного товарооборота 150 баллов. Не знаю, сядьте на WhatsApp, покидайте каталоги. Поставьте восклицательные знаки те люди, которым не проблема за день сделать 150 баллов. Или кто делал за день 150 баллов. Кто это может сделать. Или знает, что теоретически он может сделать 150 баллов. Поставьте, пожалуйста, восклицательные знаки. Я могу сделать за день 300 баллов. Легко, раскидав просто электронный каталог своим друзьям по WhatsApp, либо там сев на машину и развезя. Согласитесь, это легко. Ничего сложного нет. На 5000 организовать товарооборот за день. Легко. Дальше. Второй день, ребят. Что нужно сделать? Двух знакомых найти, которые сделают то же самое, что и вы. Двух подружек. У кого нет двух подружек? У всех есть две подружки. Не 50 человек пригласить. Двух можете найти? Двух подружек, которые сделают 150 баллов. Ребят, вот все, что нужно делать, пригласить двух. Сказать, что слушай, здесь деньги водятся. Мы с тобой сейчас за месяц можем заработать 40 тысяч. Хочешь? Хочу. Регистрирую тебя, делай 150 баллов. Все, двоим скажите. Давай вот сейчас мы вот с этого начнем, я тебя регистрирую, я тебе покажу запись вебинара и показывайте ей вот этот вебинар. Я тебе покажу систему, как мы это с тобой можем сделать. Сейчас твоя задача сделать 150 баллов за день. Вот тебе электронный каталог, разошли своим знакомым. Нашли двух таких подружек. Дальше. Третий день говорите, а сейчас ты найди также двух подружек, как я тебя нашла. Можешь найти двух? Все, ребят, и помогаете ей найти эти двух подружек. Помогаете, может быть, презентацию провести, собеседование провести, на спонсора вывести. Может быть, надо десятерых прозвонить, чтобы этих двух найти. Ну, десятерых за день тоже можно прозвонить, чтобы таких двух найти, которым нужен доход и которые готовы что-то сделать. Смотрите, да, уже ваши двое подружки по два, это 4 человека. Четвертый день. Этих людей настраиваем по два. То есть ничего сложного нет. Я вам Америку сегодня не открываю. Пятый день. И шестой день. Все, что нужно, сделать 150 баллов и пригласить двух подружек, которые сделают 150 баллов. И научить их тому, что умеете делать вы. Ребят, все. Все. Вот это, не знаю, кто читал 10 уроков на салфетке, это очень хорошо, Don't File, да, это хорошо изложено в этой книге. Ты два человека пригласил, они по двое четверо, они по двое 8, они по двое 16, они по двое 32. Итого 63 человека. Один набор на вейдж, Оксана Краснослободцева пишет. 63 человека, у кого с математикой хорошо, умножаем на 150 баллов. 9450. Вы перевыполните. То есть тут есть еще зона риска, а вдруг это не двух пригласит, а одного. Понимаете, насколько все легко и насколько можно себе это все не усложнять? Ну пусть не за неделю, Господи, пусть вы два дня делаете 150 баллов, а два дня ищете этих двух подруг. Или неделю делаете 150 баллов, вторую неделю ищете двух подруг. За 6 недель вы выйдете на директора, а не за 6 дней. Растяните удовольствие так, как вы хотите. Но тут я понимаю, что многие мне могут, знаете, сказать, ой, было бы так просто. И у меня тогда вопрос вот к вам, посыл, сейчас, ко всем здесь сидящим. А вы уже сделали 150 личных баллов?
На данный момент по данному каталогу вы уже сделали своих личных 150 баллов. Вы пригласили двух своих подружек, которые сделали 150 баллов. Начинать надо с себя. Если мы будем ждать, что вот сейчас у меня команда выстрелит, что я буду делать 150 баллов? У меня еще команды нет. С себя начни. Ты сделай 150, ты тоже часть команды. И ищи двух, которые сделают 150. Иначе мы так все друг друга будем ждать. Сейчас команда у меня организуется, 50 человек, а потом я сделаю 150. И команда ждет, когда у них организуется 50 человек. Понимаете? Вот есть классный тест такой. Сделайте его сейчас перед компьютером, перед экраном компьютера, пожалуйста, руки освободите. И покажите мне сейчас вперед, протяните руку и покажите мне указательный палец. Ребят, покажите сейчас указательный палец. Все показали? Какой палец я показывала? Большой. Вы какой палец протянули? Ну, может быть, камера, конечно, у меня здесь не ахти. Какой большой? Кто указательный протянул? Есть такие? Я думаю, что были, кто указательный протянул, но большинство, наверное, за мной повторили. Большой палец показывают. Люди, знаете, вот если бы я вам живую бы показывала, вы бы все за мной повторили. Люди не слышат, что вы говорите. Они делают то, что видят. Вот если вы не сделали 100, вы всем говорите своей команде, делайте 150 баллов, сделай 150 баллов, и будешь участвовать в розыгрыше. 3 раза по 300 рублей будут разыгрывать. На первой неделе разыгрывают на планерке по 300 рублей 3 раза. Делай 150 баллов, мы впишем тебя в табличку, ты будешь участвовать в розыгрыше. Ваш человек заходит в табличку, раз фамилии сличил, а спонсора не видит, потому что спонсор сказал ему делай, а сам-то не сделал. Люди делают то, что видят. Если вы не рекрутируете, не будет ваша команда рекрутировать себя. Начните. 150. Двух друзей, двух подруг по 150. Все очень легко, ребят. Наш бизнес легкий, не усложняйте его сами. Не надо, по идее, приглашать 1000 человек. Своих двух найдите подруг. Поэтому сейчас мне хочется, чтобы вы ушли с этой планерки с пониманием, что в мире сейчас происходит исторический момент, и у вас, у каждого лично есть шанс разбогатеть, вырваться из того, где вы находитесь, выйти куда-то вперед. Но будущее свое формировать нужно сейчас, не откладывать на завтра. Завтра имеет привычку не наступать. Знаете это, да, прекрасно? Что если вы пишете «сделаю завтра», так и будет это всегда завтра. Приглашать одного человека в день – это не бизнес. Что ты сегодня сделала, на планерках девчонкам подключаюсь ко многим, отчеты, что вы сделали сегодня за день? Ну, у меня сегодня будет одно собеседование. Это бизнес? Одно собеседование – это 15-20 минут. Вы в бизнес пришли. Вы мечты написали, если написали 50 мечт. Вы будущее детей своих хотите изменить. Многие хотят из кредитов, из долгов выбраться. Приглашая одного человека в день, проводя одно собеседование в день, вы не выберетесь из долгов, из кредитов. Вы не будете путешествовать, не будет компания. Вы просто посмотрите, вот сколько вы хотите зарабатывать, и на то количество действий, которые многие делают. И скажите, посмотрите на себя со стороны, как работодатель, и скажите, а я себя сама бы взяла на работу? Сколько мне за мою работу компания должна платить? Вот столько, сколько я делаю, да, сколько мне должна она платить? Поэтому хочется, чтобы вы с этими мыслями просыпались, вставали, шли к вашим спонсорам на планерку и делали, и не усложняли бизнес, и начинали всегда с себя. Вот даю вам этот посыл на эту неделю. За эту неделю, всего неделя до конца каталога, за неделю на директора можно выйти. Давайте изменим, перевернем результаты. Вы были на девятке, станьте как минимум хотя бы 12-й, 15-й. Сделайте уровень хотя бы вверх, приблизьтесь к своей цели. Все, нет слов больше у меня. Всем большое спасибо за планерку. Я надеюсь, что мой посыл к вам дошел, что хоть немножечко, если я там где-то что-то повернула, это, знаете, как бывает, копеечка, кидаешь ее в автомат в такой, да, что-то там купить, и она застряла. Вот хочется, чтобы копеечка ваша сегодня, благодаря этому вебинару, немножко хотя бы провалилась, продвинулась. Всем классной недели, плодотворной.
крутых результатов. Встречаемся в следующий понедельник на итоговой планерке. Очень хочется много процентных уровней. Все, всем спасибо, пока.